В Бурятии спасли двух пенсионеров, которые застряли в перевернувшейся машине. В Хоринском районе произошло ДТП. Прибывшие спасатели при помощи специального инструмента разрезали корпус автомобиля и извлекли людей из разбитой машины. После пострадавших доставили в районную больницу. Еще один пожар произошел сегодня в Улан-Удэ. На территории ОВРЗ горели строительные отходы и мусор на площади 300 квадратных метров. К обеду пожар уже был локализован и присвоен второй ранг. В Улан-Удэ в ночном клубе молодой человек украл сумку. В ней находились сотовый телефон, деньги и банковская карта. Ущерб составил больше 15 тысяч рублей. А где телефон? Не знаю. Как не знаю? Продал человеку, все, нету. Продал. За сколько? За 1000 рублей. Больше. Содеянным раскаиваетесь? Ну как содеянным раскаиваться? Я признаю, что... Но не раскаиваетесь. Мы выполнили свою работу. Мы выполнили свою работу. Задержали меня. Дальше там суд решит, что как. В ходе следствия выяснилось, что он причастен к краже еще одного телефона. Около одного из ночных клубов города мужчина вытащил гаджет из кармана куртки. Ущерб составил больше 60 тысяч рублей. Подозреваемый проверяется на причастность к подобным преступлениям. И в заключение. В Бурятии спасли нерпу. Вот эта дурочка потеряла дыру. Первый раз такого вижу. Животное не могло найти свою унку. Для байкальского эндемика очевидцы пробурили новую большую унку и помогли найти дорогу до воды. Андрей Слепнев, Валерия Каратуева, Екатерина Елистратова, Андрей Дармаев и Даниил Дурхисанов. Новости дня.